Доброго времени суток, дорогой зритель. Я сегодня начинаю новый эпизод, как я и хотел ранее. Я подключил контроллер DualSense через DualSense X в режиме эмуляции 360-й коробки. Пишешь лево-право и сразу Select Quit, там все такое. Некоторые игры глючат, когда я так делаю. Посмотрим, что будет здесь. Ну, давайте хотя бы посмотрим. Story мод. Ну, по крайней мере. АБ, эти... Там какие-то еще кнопки работают. Крестовинка тоже работает. Посмотрим, как это все... Как это все будет выглядеть. Так, значит, у нас сегодня какой? 4-й эпизод, да? Вот. Угу. Ну что? Right. Check my right, bitch. Короче, слухи расползаются про гараж. Типа круто, у нас будет много клиентов. А, опять Торетто стайл. Типа, это не просто бизнес, тут семья, там все дела. Короче, play. Так, дом. Ух ты, нифига, 30к. University Meetup. Блин, что-то вы знаете? Интересная тема. Exit garage. Выйти из гаража. Вопрос. Ночь, день. Так, и что у нас тут? Это камера. Да ладно, вибрации работают. Офигеть. Смотрите, как можно плавненько газовать. Hey, just wanted to wish you both luck for the big race. You got this. Thanks, Pops. Just remember, don't just say shit. Win shit. Win shit. That's right. Так, тормоз. Так, ну вибрация работает, это уже круто. Народ писал, что вибрация не работает. Это нитро. Так. Ага, все понятно. Адаптивные триггеры, конечно же, работать не будут. Но, слушайте, да, на контроллере поинтереснее стало. Вообще в 1000 раз интереснее, чем на клаве. Какая-то плавность, мягкость появилась. На тебе! Так, короче, сходняк. Ну и чё? Окей. Okay. Так, тролливали, и так у нас ивент. Слушайте, а вам не кажется, что раньше как-то мало бабок? И смотрите, до этого был байн 16 тысяч, да, и награда 22 тысяч. Сейчас 0 и 30 тысяч. Я жопой чую, это какая-то подстава. Что-то как-то вот странно. Кучу бабла просто насыпать. А, да, еще забыл сказать, я на новом этом. На новом видеодрайвере. 5-3-5-9-8. Hello! Слушайте, как легко стало ловить. Блин, как прикольно работает вибра. Эй! Move, bitch! Get out the way! Get out the way, bitch! Get out the way, you! Да, вообще приятно. Посмотрите, как легко и просто можно поворачивать. Вот, а еще в настройках я увидел, что есть два режима нитро. Типа нажать и отпустить — это один режим, а нажать и держать — это второй режим. Вроде как. Нет! У-ху! Блин, ну третье место как-то слабовато, хотелось бы чуть-чуть побольше.
давай. Блин, какая красивая машина на первом месте. Ну как можно с ней соревноваться? Вообще другой экспириенс на паде. Вообще просто максимально другой. И круто, что все нормально работает. Воу. Да, и вибрации, даже когда колеса буксуют. Ты смотри, что творит, а? Нет, я хочу немножко нитро. Прыжок. Юху! Главное, чтобы не как в прошлый раз. Вообще тема с вибрациями, вообще кайф. Да, после клавы вообще кайф, можно плавно поворачивать. Вообще кайф. Ну теперь я так и думал, что вот все-таки вот под клавомышь уже не хотят ничего делать. Не, ну прям, что прям денег дадите, да? Прям 30к? Я прям... Че, серьезно, бабок дали? Safe house, road. They don't even know what hit them. I told you, baby driver. My brains, your skills. Match made in race in heaven. И на клаве ты как бы с места газуешь, и она начинает буксовать. А здесь плавненько нажимаешь на курок, и все. Она просто стартует. Вообще кайф. Алекс Коллинз. What up, fam? Yeah, impressive, huh? Вообще кайф, просто максимальный. А чё, если вот так вот попрыгать? Чё там, какой-то движ? Транспорт job. Simple pick up and drop off. He's sending over the info now. We're not passing this up. It's our time. Ага, короче, новая задачка, да? Fine, let's do this. Ну, let's do this. Yeah. I don't know, yeah. This seems sketchy. What did I say about походу, если это ночь. Типа сейчас просто чувачка это подцепим, да, и поедем, прокатимся, все. Отвезем, привезем. 1000 раз приятнее, чем на клаве играть. Просто обалдеть. То есть на клаве, ну, уже, наверное, все и так поняли, да, просто говёнейшее, максимально говёнейшее это управление. Так, я еще не в курсе, где тут куда ехать. Ой, что-то мне вот не нравятся все эти пикапы обычные. Ставим ставки. Я не знаю, я не смотрел прохождение. Сара со всех сторон и бабки заберут. Ну. Yo, what I tell you? My boy Alec got the hookup. Check out this ride. Ну, норм тачечка, она такая вообще. Damn, yes. Nice. Прям пушка гонка. I'll drive out to the drop off behind you. On it. We're keeping this little job between us, right? Так, тачку. Тачка моя уехала. Меня оставили с какой-то непонятной тачкой. В воздухе запахло кидаловым. Я же говорю, подстава какая-то, стопудово. Куда ехать только непонятно.
chased by two cops. Lost sight of that suspect, dispatch. That perp just vanished somewhere, University Central. We need to spread out to find this perp. Uh-huh. Lost visual on that 2440. Escape. Calling it. Norm. Давайте угадаем, мне куда-то наверх, да, надо будет подняться здесь. О, мне 100 баксов дали за что-то. На дождик, наверное. Издалека смотреть, как сработало. Come on, Yaz, pick up, pick up. Так, 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 так. Yo, it's Yaz. Leave a message, and I might get back to you. Probably won't, but I might. Короче, мы звоним Yaz. Yo, Yaz, where are you? I'm at the drop-off, and there's nothing here. Are you sure this Alec guy gave you the right address? Походу, неправильный адрес. Shit! Yes, the garage alarm just went off. Are you satisfied with this message? Screw it. Gotta get back to the garage. Ага. Ну, короче, походу, это продолжается, да, сейчас? Попадалова, часть вторая. Thanks for calling Rydell's Rides. Call back during normal business hours. Shit. Yo, it's Yaz. Leave a message and I might get back to you. Probably нас что-то тут кидают. Shit. Where is everybody? Как это называется? Кидалова с переобуванием. Шор. Получено достижение. No, no, no. Да куда ж ты лезешь-то? Shit, Rydell, you okay? Опа. Тачечку отжали. А я ее берег, даже не царапал. Джесс, кто это были? Ну, я все кинул. Кому сказала про это место? Ты никому. Чё? Чё там за доверие трёх был, да? Эй. Эй, успокойся, бро. Ну вот двое тупые, что ли? У вас девочка сейчас просто вот... кинула, ищи твою тачку, отжала. Ну да. Лошара, Микантара, два штука. Фу. Ого. Two years later. They said no one could clean up Lakeshore. She grabbed the mop. Re-elect Mayor Morgan Stevenson. Ну, о ком-то там базар, вокзал. Эй, Rydell. Kind of dead again today. Oh, some little lady came in from oil change. Как обычно. Just samosas. Кто-то приехал. Yours is in the fridge. Да. Well,
I'm gonna lock up for now. See if I can make a few extra bucks on the side. Oh! I cleaned out the storeroom. And dude, you were right. It's a possum, not a rat. So... Mm-hmm. А еще у них опоссум завелся. He's still in there. Где-то там до сих пор шастает. Oh, hey, the book you ordered came in. Заказанная книжечка пришла. Почему я сюда плачу? Надпись на книге. I'm here. I'll be in early tomorrow to open up. Okay? Ну, короче, вернется типа Peace. Завтра. Ну, что-то да, тут дела прям right. Совсем печально. Who needs a ride? Эй, меня подвези, чел. Ну, короче, вот 2 года прошло, заказов нет, все глухо. Вот одна там барышня какая-то. Rydell's right. Need a lift? Hey, name's Tess. Heard you might be a good person to call for a cheap ride. I'll hit you with the address and where I'm heading. Блин, no да swim. Ладно. Be there soon. 0 баксов. А у меня сигнал где? А, вот это. А здесь что? Не, плавненько, когда газуешь, вообще тема. Короче, он сказал, что пошел зарабатывать бабки на стороне. Завтра вернется, все откроет. А я вообще не ожидал, что все бабки заберут. Надо эту тачку поизучать. Так надо на свою тачку зарабатывать. Ой, блин, прыжочек. Нет, пацаны, сорян. И если девчонки смотрят, тоже сорян. Не могу, хочу сигануть прям вообще. Ну это ж как, это ж как же ж можно же ж. Я не знаю, сколько километров в час будет достаточно для этого. Тридцать шесть. Не знаю, просто сильно хотелось. Новые точки встречи. Надеюсь, здесь не кидают. А, ну да, конечно, с левого ряда вправо перестраиваться. Всегда так делаю, ага. Ни в коем случае так нельзя делать. Справа направо, слева налево. Если иное не указано знаками движения по полосам. Так. Ладно, давай. Блин, красиво очень. Графа. И на контроллере вообще тема. Здрасте, я это, на сходняк можно к вам? Да, спасибо. Yeah, I was like, yo, bro. And yo, check this, bro. He was all like, bro. No, bro. You know what I said? Bro! Yeah, hi. Tess? Yo! Это такси, типа, Uber твой приехал, Тесс. So if you could, I got you. What? Do you have a pet chinchilla or like a possum or something? Possum? No. Why? Короче, воняет походу в машине этим опоссумом. Он там походу живет или вообще в багажнике сейчас непонятно. You know it? That was an old meetup spot for local street racers. Короче, обсуждение точки высадки. Оказывается, что там типа рейсеры собираются. А чё ты рейсер, не рейсер? Слушай, ты серьезно? А чё, блин, так долго объезжать? И так нельзя, что ли, просто проехать, а? GPS. В смысле? А там под землю, что ли, надо было? А так, интересно, прокатит, не? Нет, не прокатило. Ладно. Это было забавно. Значит, GPS работает. Раз надо вот туда спрыгивать. Забавно. А я уже думал, GPS фигню показывает.
Ой, не, слушайте, тачка прикольная. Поворачиваешь, газ бросаешь, потом газуешь, она прям с самого поворот ложится. Ну чё, надо узнать, чё тут за движ. Блин, ну мазло тут просто. Блин, какие тачки, какая графика, после какие кроссовки просто. Машинки, уф. И мы на старом, но ухоженном Ниссанчике. Cheap fast. Дешево, быстро. Типа 2 года уже, да, не видел никого. Ну конечно. I can see why. I'm gonna do the rounds, figure out what's up. Thanks for the lift, Speedy. Опа. Знакомая тачечка, да? That's my car. Да не твоя она уже. 2 года как. Yes. All right, all right. Focus up. Let's go. Собрались, чё? Years has it been for real? The man cracks down a little bit and we all bitch out? I thought this was Lakeshore. I thought this was a racing scene. Ну короче, да. Мэр им на хвосты наступил. Они не гоняли. What's it gonna take, huh, to remind Что you за флек, чуваки? Stacks. Бабки, бабки, бабки. Понятно. Three qualifiers. You have a run-in with the cops, you take them on. You make it. Чё, гонки за большие риски и за большие бабки, да ещё и с копами. You wanna win? Then you had better be the best. Ищ. Ага. Раз копы едут, значит, начало. 7 days until the first qualifier. Earn your place. Итак, нам дали 7 дней. Короче, надо 5 звезд. А все равно мне тот бодикит не нравился. Газуй, ты чё, алё? И чё, и чё, и чё, и чё, здрасте, здрасте. Второй уровень, да? Клёво. Так, а ехать-то куда? Ой. Reward. А, это за меня? Нормально. Вау. Короче, мы долетели? Так, чё, рассказывай. Мы дома. Притащил девушку, молодец. So, this is where Yas started off, huh? Да, отсюда Yas начинала. Угу. Get the hell out of my shop. Wasn't me. Нет, не я. Парень, ты чё, а? Hey, не трогай. Забавно. This is Tess. Короче, теперь настрой это тест. Nice to meet you, slugger. Right on. I saw Jasmine. She just rolled up at this meetup. Короче, да, мы там Jasmine. Да ты шутишь. She still had the car. Ну не до сих пор моя тачка, хнык-хнык. Setting up some high-stakes circuit. Короче, начинает новую тему на огромные бабки. I need to beat her. Это тоже не победить. I need your help. Мне нужен гараж. Мне нужна твоя помощь. Давай. Ну и чё?
So what? В смысле, что? This garage was about. Ну, типа, гараж для этого и строили. We're fine. This yours? Ты гарри, ничего не трогайте. Mr. Rides, of Rydell's Rides. Love that name, by the way. Классное имя вашего гаража. Then the cops showed up, and I was like, ну, короче, да, там копы были, там все дела нужны, гонщики, третья, десятая. Я вот думаю поучиться у лучших. А у меня есть то, что тебе надо. Бабло. Короче, инвестицию делать в гараж. Давай, я победю их всех. Мы вернем этому месту былую славу. Мощно. Серьезные диалоги. Ну, он за, короче, вы поняли, да? Но обещай мне, что бы Джесс ни сделала, ты поступишь правильно. Договорились. Да, бро. Got any rides out back? Тачка та есть. Rydell's Rides. Тачки, говорит, есть тачки. Ё-моё. Опа, мне бабла насыпали. Эй, йо, this is the dealership. Buy a new ride. Короче, купите тачку на бабки от Тесс. Перед тем, как вы выдвинетесь. Континуар. Спасибо, нет. Nissan Борзая. Блин, Борзая, конечно, да, прикольно. Mazda. Это MX-5, да? Это которая 50 на 50. Блин, Ford Mustang. Ну это же кайф вообще. Pontiac Firebird. Звучит прикольно. Давайте еще посмотрим. Ууу, блин, Ford Mustang Boss чисто взять, чтобы показать, типа, эй, чуваки, босс вообще выкатил, Так, босс выкатил, да? Блин, Civic. Я как Honda, вот, понимаете? А этот... Так, стоп, я не понял. А209, B118, что это значит? Toggle stats, упс. Что-то я, короче, не ту кнопку нажал, да? Price. Блин, я все накосячил. Как там у нас было? Model name по прайсу, да? Короче, ладно, пофиг. Так, у нас вот Civic. Civic это тема. Вот. Итак, вопрос. Civic 209-123. Блин. Так, четверть мили 14.9. Блин, короче, я не знаю, Civic, блин, прям тема звучит. 192 лошади, а крутящего что-то маловато, 169, а у тебя? Слушайте, тут крутящего, а крутящий наше все. Че, типа, хочешь такую тачку, да? А чё, можно выбрать или... Не, серьезно, а чё, замка вроде нету, а плюс... Типа, а чё, если я её селектну, чё будет? Или... Ну, это купить. А это прям зачёркнуто. Ну, это слишком крутая тачка. И чё, если я селект? Insufficient funds, bitch.
Даже не показывает, сколько она стоит. Но замка на ней нету. Ладно, я хочу Митсубу. Да, я хочу Митсубу. Full vehicles? Let's check my rides. Judging by this place. Oh my rides. Так, это Эклипсик. А почему написано, что у меня их несколько, да? Две. Бенсел. Manufacture rating model name. Buy stock. Buy custom. Sell. You can sell your only ride. Непонятно. О, performance. Yeah. Уж. Так, сейчас все сделаем. Engines equipped. Типа пшел ты, да? А с моим текущим можно что-нибудь? Да ладно. Смотрите, меняется. Давай так сделаем. Подсказка. Все, ладно. Parts. Engines. Ищ. Я хочу что-нибудь. А, что я могу? Ой, все хочу. Тормоза хочу. Есть хорошие? Пошел ты вообще везде. А резина, что по резине? Спорт резина на все бабки. А, да. Знакомая фигня. Ну вы поняли, да? Я вот предпочитаю, если честно, вот такое. Типа, а чё по прямой? Ну, нифига себе. Короче, понятно. Так, ладно. Давай, поехали. Нулевичок. Надя. Блин, так смешно. Эбу. Эбу нельзя. Топливная система, это инжектор. No money, no funny. Выхлоп. No money, no funny. О, так у меня еще вот такая стоит. Улипчика. Traction control. Короче, ладно. Давайте, пока время есть, покатаем, посмотрим, что там. Значит, большое предстоит событие. Каждую ночью, каждую субботу у нас квалифайер. Короче, надо убедиться, что у нас достаточно денег и правильная тачка. Поехали, чё? You need to 0 из 4, Grand Neutrality. Понятно. Короче, надо собрать 4 машины для каждого события. Квалифайер. Фигня какая-то, ладно. Ага. Чё по бабкам? Хочу. Это метап какой-то ночной, что ли, да? Sunday day. Easy money. Easy money. Yeah, garage. Давайте посмотрим, что могёт наша тачка. Она вообще ничего не могёт.
Я газ в пол просто нажимаю, а она даже не набирает. Блин, ну какой кайф на контроллере играть. Funny, I can relate. Whole race just wouldn't shut up. So one day I throw down some stacks, called them out, told them let's race more than just bragging rights. Corrupt. How about next month's rent? Oh shit, what'd he do? Put his money where his trash talking mouth was. After that, side bitch became a norm in the scene. Рулится прям. А ну. Remember though, know your opponent. Don't be thinking you're better than you are. Fast way to lose a lot of money. Got it, Adele. Thanks, boss. Appreciate you. Короче, у них там базар за жизнь случился. Так, я хотел easy money, easy money. Yeah, bitch, easy money. Challenge. А я не помню, какая у меня тачка. Слушайте, я что-то... Your predicted position. Короче, тут искусственный интеллект, который предсказывает... Давай вот так вот, стартуем, всё. Типа, поставили 550, то кого? Фух, первая гонка уже... на своей тачечке. А я не успел набрать обороты. Ну, пока я вот лошара 10 уровня. Да, по-моему, зря я поставил, да? А у меня есть крылья. Пошли все вон, пошли все вон. Дайте папе проехать. Ты смотри какие. Ни хрена себе они шустрые, а. Ха-ха. Вот это подстава, подстава вообще. Дайте мне мою копеечку заработать. Летаем. Оби, первое место. Оби-Ван Кеноби, что ли? Ага, получилось. На тебе. Ха-ха. Как я его. Ну, слушайте, тачка максимально медленная. И да, я видел там шорткат, но это как раз вот... А, вот эта скотина этим воспользовалась. Чуть-чуть не успел. Ну да, да. Ха-ха. Ништяк. Я еще и побил prediction. А, ну теперь надо сбежать от копов. Чтобы сбежать от копов, как известно, надо им в морду просто прилететь. Пока они воткнут, что надо развернуться, ты уже такой аккуратненько. Что такое зеленый круг? Escape. Cruising around the lake, could you pick up a car for me? A Buick Grand National. They wanted to see how fast you can go with a real driver behind the wheel. You know any? Wow, the dad joke energy is real today. Drop me a pin. Sure. A pin. Right. Send me the location. On it. And I'm pretty excited. The Regal from hell.
classic 80s muscle. My pop's dream. Я ничего не понял, куда надо ехать-то? So you better make him proud. Всё, понятно. Что-то я это растерялся. Две стрелки на навигаторе, это слишком круто. Для мусорьен. Hey, Speedy. We've got 6 days to get into the first qualifier. Let's make some cash and pimp this new ride up to spec. I hear you. Oh, and I've been doing some digging. Sounds like the grand is gonna be four так, stages. Надо вниз four или не вниз? Four. Oh, so you're gonna loan me the money for those as well? Mm-hmm. Why is it starting to sound like a pyramid scheme? Круто, Speedy. Что тут два этажа. Trust issues much? Did someone hurt you in the prologue of your life? Wait, you've been digging into me too? Nah. Game recognizes game. Что-то они любят там рыться, непонятно. A little side hustle. Maybe make a little extra something something before the next qualifier. So you're my manager now? Manager. Ooh, I like the sound of that. But I don't do pep talks. The only thing that talks in this world is money. So go make some. That I can do. Gas station found. И чё мне? Вот этого. Ай! Промазал. Простите, я тут это чуток заплутал. Мне вот куда-то куда-то сюда. А что думаю, места какие-то сильно знакомые. Давайте старт ивент. Написано, нажмите крестик. Я жму крестик. Ну, крестик, блин, на 360-м. Grand National. Чё? Твою мать, поехал. Улица норм. Ай, а я пытался, отпустил газюку, она не захотела лечь в поворот. Жаль, загубил катку. Успел на золото. Нифига себе. Вот это да. А я думал, все уже загубил. Delivered. Safe and sound. Customer so impressed, he said he would follow us on Insta. Do we have an Insta? Че у нас там? Didn't test that one up? Where? In the kitchen? No. А эта кнопочка что у нас делает? Ага. Map. Значится, ребятушки, ну, у нас уже где-то на 45 минут, да, там около того получилось. Breakthrough 3 billboards. Мне кажется, нужно. It's a social media account. Oh, right, that at Mr. Ride thing. Поехать Hold домой, okay. Засейвиться. There's a video of a dog skateboarding and people eating dumplings out of expensive sneakers. Okay, I'll figure it out.
No, wait, hold on. She saw a dog skateboarding? Not the point I was making. Later, kid. Блин, как кайфово на контроллере просто плавно поворачивать. Yo, I'm gonna do a little digging about Yaz and the crew she's rolling with. Нифига, что она сделала? Ой, я улетел. Really? И что будет? Wow, I'm curious, what gave it away? A huge prize money? Maybe she's been giving rides to randos for cash in your car. Anywho, I'm craving boba. Peace. Чё, взяли боба? This cannot be undone. Today at City Hall, Mayor Stevenson announced increased funding for the Lakeshore PD. А, так это я ее типа могу теперь купить, потому что я ее пригнал. My rights, all my rights. Ну, как обычно, у меня больше ничего нету, да? Так. А если мы пока сделаем вот так? В общем, ребятушки, вот такой вот интересненький эпизод. Нас тут жестко опрокидывали. Ребята немножко тупенькие оказались. Ну, что поделаешь. На сегодня все. До новых встреч. Всем пока-пока.